Роман Буров – приватний підприємець і людина з активною громадською позицією. Впевнений, що ми здатні жити в ліпшому світі. Варто лише його створення розпочати з себе. За допомогою соціальних мереж знайшов однодумців, разом з якими ініціює прибирання в різних куточках Миколаївщини. Закликає кожного зберегти чистоту навколишнього середовища. Доброго вам ранку. Здравствуйте. Сьогодні зранку будемо піднімати таку важливу тему, як екологія. Чому важливо екологію розпочинати от саме з себе? Наскільки я зрозуміла, до такого залучення людей, до акцій різноманітних, екологічних, ви почали от залучати зовсім недавно. Як це відбулося, чому взагалі і що вас спонукало, головне, до цього? Що спонукало? Я просто, ну, автомобилист, да, ну, начнем с этого, и постоянно выезжаю за город. Большинство наших людей, которые, они живут в городе, как бы мало куда выходят за пределы города или выезжают, как бы и многого не видят. Ну, как бы у нас в городе, внутри города относительно чисто, все-таки коммунальные службы работают. И, ну, многие не замечают того, что делается за городом. Например, достаточно только выехать за пределы, за черту города, и вот понеслась. И такая визитная карта нашего места. Да, так въезжаешь, да, и вот сразу вот, видно. Вот это вот самое обидное, что вот это как бы действительно визитная карта нашего города, как бы. И я вот еду на машине, смотрю на эти обочины и просто, ну, не знаю, как это объяснить, душа болит, давайте скажем так. И я подумал, ну, а кто, если не мы сами, как бы это сделаем? И вот решил попробовать. А решил попробовать как? Ну, я такой достаточно активный... Користувач социальных мереж. Да, социальных мереж, Facebook, как бы. И... Да. Бачимо якраз акції ці, які проводите, так? Да. Я так розумію, більше акцент все ж таки доробити на тому, що прибирати саме не в місті, а за містом. Тому що це найбільша, да, територія, тому, яка що... потребує нашої уваги. Да, да, да. Это лісові масиви, это міста отдыха людей, как бы... Де, за город, де може обочини прибирали? Бо я бачила, що вже біля залізничних станцій почали прибирати. Ой, це взагалі цікавий случай. Там, как бы, получается, вот обочини грязні. І от откуда этот мусор? Как ну бы, іноді, да? Кажуть, що це просто коли от, різноманітні ці звалища і так далі, просто ці всі пакетики, вітром вони розлітаються. Так, да. Вітром. Ну, нам так хочеться вірити. Да, ну діло в тому, що там очень много бутылок. Бутылки, они тяжелые сами по себе, они не летят за ветром, как бы. Но у меня там есть в группе интервью, где я взял у девушек, которая работает в самой, как это, в пост-депо, ну, вот этот, который на переезде, они все это видят. И получается, они мне сказали, что вот когда машина останавливается на переезде, и водители все выбрасывают через окно. Ну, не все, я не хочу обвинить всех водителей, но вот большинство людей как бы просто берет, открывает окно и выбрасывает пакет с мусором, бутылку, просто вышвыривает в окно. И он уезжает. Он вообще не думает, как бы, как это влияет на... Кто будет прибирать, да, его, кто это будет убирать. Наши коммунальные службы, я думаю, что и, ну, у них тут внутри города очень много, как бы, работы. Они, ну, вроде как справляются, особенно центральные улицы, вроде бы все чисто. Но за город они точно не доберутся, как бы, и... Хто долучається до таких акцій, зокрема, як шукаєте, можливо, людей, чи вони самі вже вас знаходять? Вот смотрите, давайте я чуть-чуть вернусь назад, то, что я активный, как это, ну, с чего я начал. Я решил создать группу людей, которая бы вот помогала мне, вы сами знаете, один в поле не воин, все-таки, ну, как бы я стараюсь максимум сделать то, что я могу, как бы, но когда, если было бы нас больше, это было бы намного бы лучше. Я создал группу, она называется «Люблю свой город». И я решил абсолютно никого туда не добавлять, абсолютно. Если человек хочет, ну, что-то изменить, как-то
повлиять на то состояние, которое есть, чем-то помочь вообще, он сам добавится в эту группу. Вот. Тобто кожна людина має сама зрозуміти, що вона хоче, вона Конечно, може чимось допомогти. Да, да, да. І ви знаєте... Ну, я так зрозуміла, розпочали ви саме з блогерства, тому що почали записувати відео і розповідати, там-то так знаходиться, там. Да, я зняв перше відео, показав людям, ну, вообще, що я хочу, що делается, і, ну, що мені нужна їхня помощь. Тільки так можна було б, ну, собрати людей, тому що писати там або фотографія – це не то. Когда... Человек видит непосредственно видео, как бы, и видит, что, ну вот, например, я говорю, ну, честно, искренне, как бы, и призываю людей, ну вот, к какому-то действию, как бы, ну, многие верят. Просто у нас такое сейчас время, что верить кому-то это фактически, ну, ну, невозможно. Просто столько обмана, столько шахрайства, столько всего. Люди просто перестали верить друг другу, не то, что уже говорить там, ну, о чем-то другом. Но все равно, вот эта психология человека, как бы, это очень тяжело. Вот представьте, например, на данный момент там у нас набралось около 200 человек. Вот я даже хочу, я хочу еще раз обратиться к участникам даже своей группы, не то что к другим людям, даже вот к тем людям, которые уже в группе. Все видят организацию какого-то мероприятия. Все видят, ну, что нужно чем-то помочь. Но все равно делают единицы. Единицы. Вот, например, у нас 200 человек, да, мы сделали мероприятие, у нас пришло 15 человек. Ну, я вам скажу, что это уже непогана кількість. Можливо, своєю діяльністю ви надихаєте когось, і той хтось вийде хоча б за периметр свого дому і подивиться, що так да, і так знаходиться. Ну, вот такой случай уже есть. Там у нас одна, две даже девушки. Одна девушка с населенного пункта, вообще с области, как бы сельской местности, они полностью после просмотра нашей группы, как бы, они полностью убрали обочину от мусора возле там остановки автобусной. Я знаю, что вы придумали, ну, не то, что выгадали полностью новый засіб для сбору пакетиків, так? Спонукаете усіх так робити. Да. Вот то, что касается ветра, и вот то, что ветром нанесло. Смотрите, действительно, вот с тех свалок, которые находятся за городом, они у нас открытого типа, как бы. И действительно, ветер, они на солнце, ну, очень, ну, мусор такой влажный, да, но когда он находится на открытой площади, естественно, солнце его подсушивает. Ветер захватывает пакеты, и это все несет. Не вчаться летать кудись далеко-далеко. Да, да. Так как у нас, ну, как бы еще отстает вот эта вторичная, ну, переработка мусора, как бы, хотя уже какие-то, ну, шаги к этому делаются, и слава богу, как бы. Хотелось бы, вот такой у меня лично метод, как бы я... дома себе держу возле обычного мусорного ведра, куда, ну, там выбрасывается мусор, еще обычную пластиковую 6-литровую бутылку. Это пустая, ну, вы берете пустую бутылку из-под воды, обычной, и используете ее как контейнер для пакета. Потом куда сдаете эти пакетики? Смотрите, у каждого во дворе есть мусорные для пластиковых бутылок. Но так как она, ну, большая, она, конечно, туда не влазит, и их на переработку, ну, ну, не принимают. Как Але бы. Хоча б тоді пакетики, да, вже не будут разлетаться. Да, да. Я понимаю, что это как бы зло, да, как бы, но это меньшее зло. Хотя бы они будут конденсироваться в одном месте, понимаете? И они будут, когда городская свалка, они все равно постоянно их трамбуют, этот мусор, его, ну, закатывают новым мусором, и они уже не будут летать. Это очень, ну, очень, ну, такой способ, это, ну, реально очень можно сильно сократить вот это, ну, чтобы пакеты разлетались. Я думаю, что глядачі обов'язково зацікавились таким ноу-хау. Ну, я б не сказала, що прям ноу-хау, але, можливо, не всі догадуються до такого способу збору пакетиків. Ну, да, туда очень много помещается, около 200-300 пакетиков вот этих, которые вы берете с супермаркета на кассе, они туда очень много помещается, а потом можно просто крышку закрутить и
да, в мусорный контейнер выбросить, но все равно это будет намного больше пользы, чем они просто будут мусорные пакеты, просто пластикові просто пакети викидати, просто так? В мусорі. Да. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був Роман Буров, ініціатор екоакції, різноманітних і багатьох екоакцій. Дякую, що спонукали, можливо, глядачів, і вони обов'язково будуть долучатися до подібних акцій, а хтось візьме собі на замітку і буде збирати таким способом пакетики, щоб вони хоча б не вчилися, скажімо так, літати у нас, хоча б у нашій області. Ну, так. Да.